поиск осуществляется с помощью миноискателя. Вот. Он реагирует на металл, который, соответственно, есть в минах, то есть в снарядах, вызывается старший и осматривается местность на наличие непосредственно опасных вещей. На данном участке работы уже зачищено порядка 4500 квадратных метров, утилизировано порядка 1000 боеприпасов. В скором времени на эти поля заедет техника, начнутся посевные работы, и все вернется к мирной жизни.